В рамках национального проекта «Экология» заводы Удмуртии могут получить заказы от Росрау более чем на 1 миллиард рублей. Федеральный оператор по обращению с отходами первого и второго классов и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве. Что подразумевает этот документ? Детали в материале нашего корреспондента. В национальном проекте «Экология» примут участие предприятия Удмуртии. Об этом сегодня заявляют в РосРАО. В компании планируют создать 7 экотехнопарков в разных регионах страны. При строительстве таких объектов оборудование намерено заказывать в Удмуртии. Сумма заказа может превысить 1 миллиард рублей. Наша республика – первый регион, предприятия которого примут участие в создании эффективной и безопасной инфраструктуры по обращению с отходами первого-второго классов, отмечает сегодня федеральный оператор. Предприятия Удмуртской республики обладают некоторыми технологиями переработки промышленных отходов. Естественно, что мы сейчас активно с ними по этому вопросу взаимодействуем, чтобы наилучшие практики технологически были реализованы на объекте в Камбарке. Специальное соглашение о взаимодействии с предприятиями в рамках национального проекта «Экология» подписали федеральный оператор и власти Удмуртии. Здесь подчеркнули, что максимальная локализация и импортозамещение – одна из важных задач, которую предстоит решить в ближайшие годы. Через это соглашение в том числе решаем глобальную стратегическую задачу, которая была поставлена президентом нашей страны по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. И когда мы располагаем мощностями для того, чтобы предложить нашим коллегам всю линейку нашей продукции, в том числе ту, которая может быть произведена, мы, конечно, понимаем, что это для нас очень важно. Планируя сотрудничество, делегация РосРАО посетила 10 предприятий Удмуртии. Специалистам было необходимо понять, какими ресурсами здесь располагают и есть ли вся необходимая инфраструктура. Уникальное оборудование, которое на сегодняшний день мы сохранили, то есть это достаточно крупногабаритные токарные станки, крупногабаритные расточные станки. Мы располагаем возможностями по производству всевозможных систем слежения, в том числе перемещения этих грузов с помощью систем ГЛОНАСС, видеонаблюдения, это наши радиозаводы. Мы располагаем возможностями нашего НИТИ «Прогресс» по производству конвейерного оборудования, также нестандартного и так далее. Мы располагаем компетенциями лучшими в стране по сварке. В России создается государственная информационная система обращения с промышленными отходами. Чтобы четко выполнять все современные экологические требования и наладить в стране систему рециклинга промышленных отходов, на предприятиях будут подготовлены специалисты и производственные мощности. Ирина Кропачева, Юрий Афанасьев, Вести, Удмуртия.